Аренда жилья в столице Эстонии может быть выгодной и комфортной, однако для иностранцев это может стать вызовом из-за необычных практик и законодательства. Учитывая уникальное сочетание городской архитектурной инфраструктуры и цифровизированной экономики, Таллин является привлекательным местом для жизни и работы. Вот ключевые моменты, которые нужно знать при аренде недвижимости в Таллине. Понимание рынка. Рынок недвижимости в Таллине предлагает разнообразие жилья от современных апартаментов до исторических зданий в старом городе. Цены на аренду зависят от расположения, качества и размера объекта. Средняя ставка аренды может значительно отличаться в зависимости от района города. Поиск жилья. Используйте локальные ресурсы, онлайн-платформы КВЭ, Сити24Э, Бигру.э, социальные сети, газеты. Рассмотрите возможность использования услуг агентства недвижимости, что может существенно облегчить поиск подходящего варианта. Заключение договора. Договор аренды имеет центральное значение. Он должен быть составлен на эстонском языке. Иногда возможны двуязычные версии. Важно тщательно прочитать все условия перед подписанием, убедиться в осведомленности о правах и обязанностях сторон. Депозит. Обычная практика – требование депозита за арендуемое имущество. Обычно эта сумма эквивалентная до 3 месяцев арендной платы. Депозит служит страховкой на случай повреждения имущества или просрочек по оплате. Коммунальные платежи. Оплата коммунальных услуг обычно не включена в арендную плату. Необходимо разъяснять собственнику недвижимости все детали коммунальных платежей до заключения договора. Зимой коммунальные платежи могут значительно возрасти из-за необходимости отопления. Право работать. Таллин – рай для тех, кто ценит быстрое интернет-соединение и цифровую инфраструктуру, фундаментальные компоненты для удаленной работы или фриланса. Иммиграционные процессы. Вам следует заручиться информацией о своем праве находиться в стране и соответствующих иммиграционных процессах. Страхование. Страхование жилья – это еще один фактор, который следует учитывать при оформлении арендного договора. Особое внимание следует уделить условиям страхового полиса по покрытию возможных повреждений или аварий. Адаптация к жизни. Важность хорошего понимания местного образа жизни и культурных особенностей не может быть недооценена для успешной адаптации к новой окружающей среде. В заключение можно сказать, что при тщательном подходе к процессу поиска и оформления недвижимости в Таллине можно избежать многочисленных подводных камней. Уделите достаточное время изучению рынка, правильным юридическим процессам и установлению связей с местными жителями. Все это будет способствовать положительному опыту проживания в этом потрясающем балтийском городе.